Наивность Geometry Dash. Тут все предельно просто. Но стойте, я просто обязан ебать вас 11 минут, не переживайте. Эрили, нет. А теперь, как же так получилось? И зачем мне это было нужно? Я просто так это сделал. А теперь, как же так получилось, что такая тема в принципе обсуждается среди ГДшеров? Да очень просто. Возраст комьюнити, который равен примерно 14 лет, а такую особь еще нельзя назвать комьюнити, а не наивные лохи и так далее. То есть мы поняли, что наивность ГД, да и не в ГД, да и не в ГД, в большинстве связана именно с обманом. Бывает даже пассивным, но ведь... До того, как мы сделаем эти категории, разделим их еще на два пункта, и медийные, то есть массовые. Единичные обманы, это когда просто какой-то больной амбал с комьюнити решил вас ебать. Все верно, все логично. Такие вот люди. Это показывает и с хорошей человеческой стороны. Это естественно. Берем сразу же пример. Возьму свой акватик Аврора, по сути поверили почти все, а те, кто не поверил, не могли составить предложение из более чем двух слов, так? Добавляю их в папку не наивных, а в папку чуть-чуть. А представьте, что каждый ГДшер на каждое видео будет идти... Если так будет делать каждый с каждым видео, это будет гребаный абсурд, вы понимаете это сами. Никто не идет в YouTube с мыслями, что сейчас его будут ебать. Надеюсь, эти слова все поняли, и мне не нужно будет ничего доказывать. Возвращаемся к теме ролика и переходим к следующей категории. Дальше у нас кам. Мы можем остановиться тут еще дольше. Кам. Осень 2020 года. Я делаю видео, интервью и история на свист. Это случилось во время обучения в школе. И там на самом деле очень любопытная история, которую он мне поведал. Он был в 6 классе. И с ним учились два парня, которые, скажем так, любили поебаться, и он решил как-то все это уладить. Ссылка на видео найдет вас сама, не переживайте. Вы сейчас скажете: Эйрили, какого черта? А к чему этот обман? В 20 секунд посреди видео? Без всякого смысла, зачем? Только параноик будет считать, что его где-то тут обманут. Это не наивность уже. Кто этого ожидал? Все верно, все логично. Ебать.